стороны, было несколько симпатичных атак. С другой стороны, все-таки больше, чуть больше эмоций мы ожидали от той и другой команды. Вот момент может быть. И удар по воротам. Трауре падает. И удар, гол. 1-0. Кубань выходит вперед. Марко Спицелли забивает. Еще раз давайте смотреть. Да, уже в дальний от Рыжикова угол. Но Сергей здесь остановился, потому как надо было понять, что произошло с Лосина Траоре. Там пенальти, кстати, очевидный. Сесар Навас бьет по ногам Лосина. Но обратите внимание, как Лапочкин отработал спокойно. Видел, что мяч в ногах у Маркуса Пицелли. И 30-й номер отправляет первый мяч в ворота в сегодняшней встрече. Маркос Пицелли. Насколько я понимаю, это его первый мяч. Маркос Пицелли совсем недавно за армянскую сборную здорово сыграл.